Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Жано Самаюктам Винда Банам Манухарам Ванча Калпатару Ваше Кипасинду Бевача Патитананг павуне бхавишнавебхьо намо намаха Мукхан кароти вачаланг пангун ланghet гирим Ятки патамаханг ванде парамананда мадвам Бриндавай тусиде бхай пиявай кешава сача Шна бхакти паде деви сатва ваттвай намо намаха Нараяна намаскитто нарун чайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Шанкиртане кишна катху падеш Гаурия патрашча пракаса неча Садану ракта гуру бхакти жукто Бхакти прамодакша жагод баранья Дейям сада парибхавагна мавишто духам, тетхас падам сива виренчанутам сараньям, битатвихам панутапал бхавадипутам, банде махапурушате чаруна равиндам, ятпадапаллавана качандамани чатая, биспуриджитакама пикабаваду свадарши. Пурнану рагра сасагра сарамурти сарадика мои када кипам каруси. Шри Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanulambita bhujau kanaka bodhato, Sankirtanai kapitaro kamalaya taksho. Вишам бару дижа бару жугодхарма пало банде жагат приякаро каруна бхатаро Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Рама Hare Рама 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 Hare Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайра Бандито Дибба Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури нирантара вибуши тавам бхагам Нараяно приямананга мада пахарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Ваги саджасва бадане Лакшмир жасвача бхакшаси Жасьясти хиде самбид Твам нишинга махам бхаже Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Рама Hare Рама 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 Hare Hare Ачаджар Аранир Аддушат Антева Ауши Уттарарани Татпрабачанам Сандхьянам Татпрабачанам Сандхьянам
Vidya Sandhi Sukhavaha. Achajyar Aranir Adhyam Shat Anteva Oshi Uttar Arani. Achajyar Aranir Adhyo Shat Anteva Oshi Uttar Arani. Tat Pravachanam Sandhyanam Vidya Sandhi Sukhavaha. Gaudiya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanto Saraswati Goswami Thakur Paramahansa Jagadguru told, people, they have ignorance. We must help them. Гуди Гуштипати Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Такова Прабхупада сказал, что люди не невежественны. В общей своей массе мы должны помочь им избавиться от невежества. Если мы не можем этого сделать, то мы не имеем права говорить Хари Катху и проповедовать. Если обусловленные души имеют склонность к наслаждению, мало кто может сказать, что он вне май, только чистый Гуру Вишнава. И хотя они находятся вне влияние майя, но они все же не говорят так. Они говорят, что не попали под влияние майя, им сложно совершить баджан. Что же делать из-за смирения? Они говорят так. И чем больше мы можем совершать баджан, тем больше мы развьем смирение, это естественно. И чем больше мы можем совершать харибаджан, тем больше можем развить тринадапи. Но сейчас Шрила Сачитананда Бхактина такое, то настроение, которое он, у текущих ачарий, Шрила Бхактина такого говорит об этом, и те, кто собирается проповедовать, они вряд ли являют подлинное тринадапи. Они всегда ожидают какой-то практичи и прочего. Мало кто избавился от этого желания. И вот Шрила Прабхупада говорит, что люди, они невежественны. Мы должны помочь им избавиться от невежества. Мы должны помочь им достичь Кришна-бхакти. И даже после этого мы тоже должны помогать им. Если мы не будем совершать это, если мы не исполняем такого, то, с другой стороны, если мы только подливаем масло в огонь, то это дживахимса называется. Если мы обманываем других, ведем их к лабхи в пуджи братишти, к деньгам и прочему. Это называется дживахимса. И я буду наказан Бхагаваном за то, что обманываю людей, я знаю. Очень мало кто может слушать. Слушать такие слова об абсолютной истине, но все же я не беспокоюсь об этом. Я хочу удовлетворить Верховного Господа Гурангу Махапрабху Отца Санкиртана. И под руководством, я имею в виду под руководством Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрилы Прабхупады, мы совершаем Нама Санкиртана Харикатху. Это наше служение. И наша Харикатха. И вот наша Харикатха — это лучшее служение Гуру Гауранге. И у нас не должно быть никакого желания обрести славу, уважение и прочие почести. И вот Шрила Прабхупада говорит, что люди, они невежественны. Наша обязанность помочь им избавиться от невежества и направить их на путь преданности.
И в итоге мы можем помочь им достичь вечной дхаммы, вечного служения. Это наша обязанность. Мы от имени Гаудия Бхакти, от имени Сарасват Гаудия Матха, Сарасват Гаудия Общества, это наша обязанность помочь всему обществу. Я знаю, мало кто примет такую абсолютную истину, но все же, что значит невежество? В читании Чайтамрити очень просто говорится. И вот в читании Чайтамрити очень ясно сказано, что такое невежество. Если мы получим какие-то степени с этого материального мира, то все же можно сказать, что мы невежественны до тех пор, пока самосознание не разовьется в нас. До этого момента я могу сказать, что мы невежественны. И вот сознание — это главное. Этот материальный мир. Это достичь высокого уровня самосознания очень сложно. Может, 50 лет назад или 30 лет назад, мне неудобно говорить. Была какая-то другая ситуация, но сейчас она другая. И все пытаются наслаждаться, хотя не слушают Харикатху. И это зовется, то есть люди не больше склонны к какому-то невежеству, к материальным наслаждениям, скитаются тут и там, пытаются наслаждаться жизнью, они не заинтересованы в Харибаджане. Если слишком жарко, едут куда-то в прохладные места, если слишком холодно, едут куда-то теплые места, где не так жарко или холодно. Никто. И вот когда мы избавились от нашего анибхилаша, только тогда мы сможем начать со садан бхакти. Агьян значит невежество. Это I like to cheat Guru Vaishnava, I like to cheat Bhagavan.
This is all. So agyan tamiram kuye kuto dharma artho kam moksho adi shab. Dharma, I mean general dharma. General dharma, I can do this, I can get something. Dharma, artha, money, position, everything. Dharma, artha, kam, kam in enjoyment. Kam, moksha. Moksha mean? И вот люди стремятся к дхарме, артхе, каме, мокше. То есть это обычно такое представление о жизни у людей. То есть они, но дхарма, если мы изучим шастры, то потом мы поймем, что подлинное значение дхармы — это Бхагавад-дхарма. И вот Вот обычно люди, у них неправильное представление о дхарме, думают, что это какие-то ритуалы, какая-то такой вид торговли, что дали что-то какому-то божеству, получили что-то взамен, вот думают, что это дхарма. Но значение дхарма. Это сделать что-то для гуру вайшнавов, коров, что-то сделать такое полезное. И когда мы избавимся, то, что мы если вы чувствуете радость от слушания Харикатхи, Харинама, то все материальное оно не сможет задеть ваше сердце. Вы будете защищены, но поскольку вы не понимаете, что такое Харибаджан, этого не происходит. Кто-то говорит, что мы в обусловленном состоянии, как мы можем совершать баджан, что значит одна жизнь. С бесконечных времен мы скитаемся. Кто-то может возразить, что сколько бесконечной жизни мы скитались, и как за одну жизнь можно достичь такого великого успеха. Но если посмотреть, можно найти множество примеров из Пурушоттам Дхаммы, из Пури, из Навадвип Дхаммы, из Вриндаван Дхаммы. Есть много преданных, которые... их то знание, которое у меня есть, оно ограничено. Но... все же множество преданных раньше, они обрели даршан Бхагавана. Насколько я помню, я расскажу вам,
люди спрашивают, как это возможно совершать харибаджан. Очень сложно достичь Бхагавана. Если у нас есть вера внутри нашего сердца, что мой Гурупад Падма Садгуру, и я тоже честен, и лучше, что я могу. Я могу. Если мы искренне и преданы Гурупад Падме и следуем его наставлениям, то мой Гурупад Падма может, если он подлинный Гурупад Падма, он может буквально гарантировать нам, что мы обретем Кришну в этой жизни. Это сила подлинного Садгуру. Мой Гурупад Падма сказал мне так, и Шрила Прабхупада тоже говорил так. Если вы хотите встретиться с Кришной, хотите совершать служение, это настроение плохо. Если наш Гурупад Падма Садхананда с вами говорит с если мы совершаем что-то, чтобы увидеть Кришну, это неправильно, поскольку вся сила воли, она с Кришной. Может Кришна дать нам даршану или не может, это зависит от Него. Мы должны быть заинтересованы в служении Кришне, а не в том, чтобы увидеть Кришну. Садхананда говорит, мы должны совершать служение с огромной верой, и Кришна вынужден явиться, но это не так, что мы должны, требуем, чтобы Кришна явился и дал нам свой даршан. Но Кришна, он составляет за свое полное право не быть явленным нашим органам чувств. И Махапрабху тоже говорит то же самое вот в этой шлоке, в восьмой шлоке Шикшаштаки. Кришна может обнять нас или выгнать. Это не столь важно. Главное, что Он наш Господь, Господь нашего сердца, Он наш Прананат. Он может причинить нам какую-то боль или поместить в океан разлуки. Это его полное право, но мы не должны жаловаться. Какие-то жалобы в нашей жизни. Если есть, то значит, что мы не совершаем Кришна Бхаджан. Это главный признак чистого саду, совершающего Кришна Бхаджан. Это я завтра буду говорить, что если кто-то жалуется постоянно, значит, что он не совершает Кришна Бхаджану. Опять же, не должны мы думать, что если кто-то выступает против какой-то посиданты, против неправильного положения дел в обществе, то это позитивная, как сказать, позитивная деятельность. То, что такие люди пытаются сделать что-то хорошее
для других. И вот если мы думаем, как принести благо другим обусловленным душам здесь, так называемым преданным, то автоматически такие люди будут обвинять нас. Это естественно. И с таким настроением, что люди будут ругать нас, нападать на нас, обвинять во всем. Как-то ложные доносы нас писать, но мы должны быть подобны доктору. Пациенты часто недолюбливают докторов, как-то пытаются препятствовать их деятельности. Вот Шрила Прабхупада рассказывал, однажды один мальчик подходил к какой-то инфекции, позвали доктора, доктор сказал, что вот карбонкул какой-то, это еще там язва или что-то такое, нужно операцию сделать, если не сделать, то помрет он. Вот доктор вырезал это место больное, ну, с кожи что-то. Мальчик начал материть, на чем свет стоит этого доктора, ты там пытаешься там что-то отрезать мне, я тут в полицию пойду жаловаться. Отец сказал, сумасшедший мальчик, давай делай свою операцию. И вся деревня прибежала держать этого мальчика, но в то время анестезии еще не было. Потом хлороформ изобрели. Вот еще после, ну, может, изобрели раньше, но пока в Индию он пришел, это время заняло, поэтому анестезии не было. Потом наркоз начали использовать. Человек колет этим наркозом, он засыпает, можно делать операцию, кто это не заметит. Сейчас какой-то гель используют, мажут это место, и оно чувствительность теряет. Ну, раньше надо было, чтобы кто-то держал пациентов. И вот иногда родители кормят, дают ребенку какие-то горькие лекарства, но не для того, чтобы жизнь сладкой не казалась, а чтобы как-то избавить от каких-то болезней своих детей. Также Гуру Вайшнавы используют иногда горькие, тяжелые слова, чтобы помочь нам, но люди глупы.
и заняты умом этим. Думают, что с помощью денег можно что-то решить. Вот в английском есть такая пословица, что предостережение лучше, чем лечение. Лучше как-то какая-то профилактика перед тем, как чем-то заболеть, чтобы избежать всякой болезни. Но вот это лучше, чем потом бороться с последствиями. Почему мы должны позволять болезни прийти в нашу жизнь, потом ходить по докторам, пытаться избавиться от нее. Лучше уж не пускать никаких болезней в нашу жизнь. И кто-то заключение такое сделал. Большинство людей, что делать? Мы не сиддха-махатмы. Что случится, давайте посмотрим. В одной жизни невозможно обрести Кришну. С бесконечных жизней мы ждем, но я могу привести множество примеров. И вот есть множество преданных. Они делали все для удовлетворения Бхагавана, они достигали вечного мира. И были конечно, категории тех, кто не тисидхи, тех, кто снизошли сверху посланник посланный Бхагаваном. И они, естественно, возвращались назад, и те, кто садан сидхи, те, кто с помощью своей саданы духовной практики не достигли духовных высот, обрели бхакти сидхи. И они служат Бхагавану там, почему нет? Они тоже так, есть такой путь. И вот если мы будем как-то если наши эти каких там преданные обретают Кришну, и поэтому мы заинтересованы в том, чтобы обрести Кришну. Если наша парампара слепа и нет веры, то что делать? Ну, смотрите, вся наша Гурвага, Кащила Сиддхартха Госвами Махарадж, Кешава Госвами Махарадж, они все показали нам путь. Есть один у нас есть светлое будущее, у нас сияющее будущее, поэтому у нас есть вера, и мы стремимся к нему. Я, если наша парампара слепа, то что делать, если все одни эти гуры, пагуры, одни падшие души, то что делать в этом случае? Но, к сожалению, к счастью, у кого-то так и бывает. И поэтому нужно смотреть, кто есть гуру. У нас должна быть вера, и если у нас нет веры, то какой баджан может быть? Если у нас нет веры, то как мы можем совершать баджан? И вот в соответствии с этим всем, Бхагаван,
cannot be achieved at this life. You cannot say this way. Maybe you cannot do, I cannot do. Somebody can do. Maybe you cannot do, I cannot do. Somebody can do. You cannot pass this kind of remark. Попа speaking. Но сама, мы не можем сделать, нет, не значит, что никто не может этого сделать. Вот пример такой с лягушкой в колодце. И вот одна лягушка в общем, так получилось, что она вышла из колодца и смотрит здоровый слон. Огромный, и нужно осторожно быть. Прыгнул назад в колодец, сказал: «Мать, мать, что случилось? Я видела огромное творение, как велико». Вот так. Она чуть надулась, сказала: «Вот такого, то так велико». Эта маленькая лягушка сказала, что нет, и еще больше. Та еще надулась, сказал: «Может, вот так?» Эта лягушка надувалась больше и больше. И в итоге лопнуло. То есть, в общем, мы не можем сделать, нет, это не значит, что никто не может сделать негативные мысли, мы не должны совершать харибаджан. И с негативным настроением мы не можем совершать харибаджан. С негативным настроением, если мы совершаем харибаджан. И тогда мы не сможем достичь успеха в нашем баджане. Это невозможно. Мы всегда должны смотреть на нашу гуру-варгу. Что делает наша гуру-варга? Как совершает харибаджан? Если наш даршан очень низок и смотрим только, что все падши, проповедь такая паршивая и прочее, это нехорошо. Мы должны смотреть на идеалы туда, где все хорошо. Например, мы находимся здесь, если мы будем смотреть только вниз, это станет причиной нашего падения. Может, мы еще не пали, но если мы будем следовать идеализму падших душ, то такое падение автоматически произойдет. Но если вы хотите смотреть, будете смотреть наверх, на все великолепное, на идеальное, то на Шрилу Пури Госвами Махараджа, Шрилу Шридхара Госвами Махараджа, то это будет очень благоприятно для вашего даршана. И вот исправить свой даршан, свое мировосприятие, мировоззрение может зависеть от вашей склонности к слушанию харикатхи и харикиртана, что такое баджан. Кто-то смотрит на какие-то внешние вещи, но даршан — это видение всего в позитивном ключе. И когда вы почувствуете, что весь мир, он это все предметы, инструменты, как их, то, что существует ради Кришны, ради наслаждения Кришны, то это зовется позитивным даршаном. И вот исправить наш даршан, наше мировоззрение, значит, мы должны видеть все позитивно, как видите, вещи, которые нужно занять служение Кришне. Если мы найдем какой-то цветок в саду, и пытаемся насладиться им, то это йоши-санга получится, поскольку это цветок, это наш объект наслаждения, мы хотим наслаждаться им.
и неважно, это цветок в саду, либо жена в комнате, либо еще что-то. Если вы на что-то смотрите с чувством наслаждения, это зовется майя даршан. И вот исправить наш даршан, значит, мы избавиться от майи. И везде, и так. А что такое Вайкунтха даршан? Это видение всего в качестве того, что принадлежит Кришне и служит ради его наслаждения. Есть множество саду, у которых именно такое видение. И вот один такой саду, его звали Сидда Мадхусудан Дас Бабаджи Махарадж. И особенно у меня есть любовь к нему, поскольку я жил в Сурья-Кунде долгое время. И в храме Сурья Нарайан Бхагавана, там, где Радхарани ходила, чтобы поклоняться Сурья Нарайана Бхагавану, единственная разница была, что храм вот это вот Кундана, например, квадратная практически, не совсем, но почти квадратная. И там вот здесь храм Сурья Нарайана Бхагавана. Если идти так, то там храм Джаганнатха Бабаджи Махараджа. И чуть дальше, если пройти, то там храм, точнее, Баджан Кутира, этого Мадхусудана Дас Бабаджи Махараджа. Одно очень позитивное, то, что мы должны помнить. Если у нас нет практического чувства о Ваджадаме и Баджане там, то нет права ничего говорить. И до сегодняшнего дня, если я вспомню мою жизнь в Сурья-Кунде, я думаю, как я там жил, не было ни копейки денег. Пару чапати только в день просил, но все же была какая-то радость в моем сердце. Не знаю, откуда она была. Я видел весь мир. Полон майя. И как избавиться от этой майи? Только с помощью баджана. Я помню, какое экстатическое чувство я чувствовал. 6-8 часов я сидел и читал Бхагаватам, не было никого. Я на санскрите читал, иногда объяснял, но в Раджавасе были, но не понимают ничего. Но все же какая-то радость была в моем сердце. Я видел, что случалось в моей жизни, что случится. И если я достигну успеха в моем баджане, что будет? И вот такие позитивные вещи. Я не думал о каких-то таких негативных вещах, что там денег нет, есть нечего. Нет, даже мыслей таких их не было. Я пошел туда, чтобы совершать... Я хотел совершать гошти баджан, обсуждать харикатху, слушать харикатху, но попал в такую ситуацию, что вынужден был уйти туда, чтобы избежать какой-то борьбы. Вот я туда ушел, и в итоге это было очень позитивно. Это позитивно сказалось на моей жизни. И вот у меня есть такой опыт. И вот Сидда Мадхусудан Дас Бабаджи Махарадж. Он с очень прекрасной брахманской семьи. Если посмотреть на его глаза, то вот его глаза были чем-то похожи на глаза Кришны.
И вот достаточно давно, лет 100-200 назад, было такое правило в обществе, что отец и мать, они в детей в возрасте 7-8 лет, они женили, свадьбу детям проводили. Что делать? Как бы никто не спрашивал. Вот моя бабушка и дедушка их женили, когда им было 7-8 лет где-то. Но дети еще маленькие, ничего не понимают, так просто женили заранее, слишком рано. Потом, когда они подрастали, понимали всю эту семейную жизнь. Сейчас люди женятся после 30. Такая-то... положение дел в обществе. Сначала хотят утвердиться в обществе, заработать что-то, профессию получить, как-то стабильности какой-то достичь, потом только жениться. Но это там уже больше 30. И вот этот Мадхусудан Дас Бабаджи Махарадж, как бы его никто не спрашивал, поэтому его женили. Forcefully they be marriage, and a small boy what to do? In the marriage, first night of the marriage. First night of the marriage. And вот в первую ночь этой свадьбы, когда они встретились друг с другом, он вышел из комнаты, сказал, что сейчас в туалет схожу и приду. Ну так, в общем, ушел куда-то. И тогда Вриндаван дошел. Искал что-то там, ну и люди по тем... В общем, искали его, вот он так и не нашли, куда-то он далеко ушел. Вриндаван — это было новое место для него. Он как бы Сидда Махатма должен все знать, но вот эта лила была такое его детство, что как бы это только пришел в Вриндаван. В это время храмов не так много было. Это уже сколько лет, 100 назад было. И вот однажды в Кешигате группа Падмы, там какое-то помещение какое-то в Кешигате есть. Махарадж тоже там жил. Ну, там такое, что лет 100, наверное, ничего не делали. Такое аварийное состояние, можно сказать. Вот Махараджу нравилось, что никто не беспокоил, там никто не ходил. И поэтому он там сел, и вот тот человек в смысле, этот Мадхусудан Дас Бабаджи Махарадж в молодом возрасте, и вот однажды один саду с преемственности Гангамата Такурани. Внезапно он обнаружил, что какой-то саду принимает омовение в Ганге, и он сидел на камне, думал, что я пришел во Вриндаван, чтобы совершать харибаджан, но без гуру никто не может начать харибаджан. И вот этот мальчик думал, что пришел во Вриндаван, чтобы совершать харибаджан. Ну, харибаджан можно совершить, если мы
если мы примем прибежище у Гуру в то время, этот, ну, тот, кто принял Мавини в Ямуне, Гуру был, вышел, сказал: «О, мальчик, подойди сюда, что случилось? Приними омовение в Ямуне, я дам тебе мантру». О, как быстро все. Не успел подумать, не успел Гуру поискать как следует. Вот сам пришел, Бхагаван кого-то вдохновил. И вот Бхагаван вдохновляет всех, иначе почему кто-то что-то делает? И вот я думал, где же Гуру обрести? Вот Гуру зовет меня, и вот, ну, хорошо. И вот он принял омовение, получил мантру. Дашакшар мантру, десятисложную мантру, которую повторил Махапрабху. Махамантру, и эту мантру он получил, и потом, после получения мантры, он был растерян. У него была какая-то баба, он закрыл глаза, и поскольку мантра, если вы обретете ее у садгуру, и вот если эту мантру вы обретете от садгуру, Сидда Махатма, то тогда, в то же самое время, если вы, то есть если вы пришли совершать Харибаджан, то есть если вы нашли своего ученика, то есть если правильный ученик и правильный гуру, то в этом случае вы почувствуете какое-то чувство в сердце после получения этой мантры. Вот как в этой шлоке говорится. Джамантра сагуру. Брихат. В какой-то пуране говорится. Брихат вамана или что такое? Кто гуру? Он есть хари. Это свидетельство Бхагавана. Он приходит в форме гуру. И вот после обретения Дашакшара мантры он почувствовал какую-то бхаву, какое-то чувство. Он закрыл глаза. И когда он открыл глаза, гуру куда-то делся. Он не смог его найти. Где же гуру? Уже не было. Ни имени не спросил, ни с какой преемственности, ничего не успел. Что же делать? Куда же гуру пропал? Дал манту и испарился. И он начал плакать. Что же делать? И вот он искал его везде, но такие не нашел за всю оставшуюся жизнь. И вот потом он пошел на Гавардхан и там встретил Сидда Кришнадас Бабаджи Махараджа. Это долгая история. Поскольку одна харикатха, если идет, а с другой мешать нехорошо, поэтому о нем я в другой раз расскажу. Вот он жил на Гавардхане, очень знаменит, известен. Если вы придете к лотосным стопам Сидда Кришнадас Бабаджи Махараджа, спросите, что делать. Мы пришли к вашим лотосным стопам, скажите, что делать. И вот это вот он пришел. И вот он пришел и рассказал, что женил его в первую ночь, не прикасаясь к жене. Он ушел из комнаты, так и так до Вридавана дошел, рассказал всю эту историю, рассказал, как получил мантру. И вот все это рассказал. И попросил рассказать, как совершать баджан от Гурудев, дал мантру и исчез.
Сидда Баба сказал, если хочу научить тебя баджан, я сначала должен знать твою гуру парампару, поскольку не знаю твою гуру парампару и не могу вести тебя, поскольку вся милость, она исходит через гуру парампару, поэтому сначала скажи, с какой ты парампарой, иначе как я могу тебе помочь. Поэтому лучше иди к другому Сидда Бабе в Камьяване. Я тоже был там, жил в какое-то место, жил в этом месте, но жил в смысле там на ночь. И вот он пошел туда, к этому другому Бабаджи Махараджу, и сказал, что Чаклешва, вот этот, в общем, Кришнадас Бабаджи Махарадж послал меня к вам, что случилось, вот так и так. Я получил манту, но Гурудев исчез, и ничего спросить не успел. И вот этот Бабаджи Махарадж сказал, что если ты не можешь сказать о своей гуру парампаре, то что я тебе могу помочь, поскольку гуру парампара это главное в то время, сейчас, конечно, все делают, что попало, но в то время следовали правилам и предписаниям. Во время Джива Госвамипада была Вишну Вайшнава Раджа Сабха действующая, сейчас цирк один остался. И в то время было ограничение такое. Во всем вайшнавском обществе никто не... Все, в общем, следовали какому-то определенному пути. То есть люди должны были преследовали какой-то определенный гуру парампаре. Ну и не мешали все в куче. Как я вот в прошлом году говорил о дикше, братья Махарадж тоже в какой-то статье написал об этом, была система. И вот. И вот это даже такое было, что дикшу, что дикшу давали не физически, а через звукозапись. Но мой гуру Махарадж сказал, что это нехорошо, если так будет происходить, то надо лично, чтобы люди получали дикшу, а не по записи, там по почте, по интернету, по телефону. То есть это нехорошо. Вот и... Сейчас женщины даже раздают дикшу, но если посмотреть историю, очень крайне редко это было. Были какие-то достойные матаджи, которые за пределами телесного уровня, как Гангамата Такурани, Хималата Такурани, еще там кто-то был, их нельзя сравнивать с обычными женщинами. Хималата Такурани была дочерью Шринивас Ачарьи. Гангамата Такурани была очень возвышенной. Даже Джаганнатх, я говорил, на день ее явления ухода. И скоро тоже будет, я повторю, и вот все аргументы мы должны прекратить. И вот таким образом Джай Кришнадас Бабаджи Махарадж, он также отвергнуть хотел его, поскольку если бы принял, то народ бы критиковал его, что что он делает, непонятно, к кому совет дает. И вот он сказал, слушай, вот идишь на Радакунду и молись Радхарани, совершай харинам. Two
И вот два решения было первое. Радхарани, Гуранга Махапрабху, все, что они сделают, можно автоматически это получить. Ну, как в случае с вашей дикшей. Вот он думал в своем сердце о том, чтобы получить дикшу, тот гуру появился, дал ему дикшу, но исчез, и тут ничего не знал, не успел уточнить и узнать. И вот, то есть в этом случае отказаться от гуру и принять другого уже нельзя было, это оскорбительно было, поскольку он получил мантру по желанию Кришны. И мантру, которую ты говоришь, она тоже из Гаудия Парампара. Это Дашакшара мантра, десятисложная мантра, это Гаудия мантра, и нельзя ее отвергнуть. И поэтому посвящение опять я не могу тебе дать. Поскольку нельзя ставить твоего первого гуру, поскольку она совершенна, ты получил несомненно от подлинного источника, но поскольку ты не уточнил, что это за источник, делать нечего. Поэтому единственное решение Радхарани и Гуранга Махапрабху, они найдут решение для тебя. Или тот путь, как ты получил манту, то таким же образом можешь, Гурудев твой может опять явиться, дать все, что все не хватающее. И вот этот гуру может опять явиться в твоей жизни и все уточнить, то, что ты не уточнил. И вот так или иначе, иди и молись Радхарани, совершай Харибаджан. И вот Джай Кришнадас Бабаджи Махарадж Камьявана отверг его, и он тоже Сидда Махатма. Джай Кришнадас Бабаджи Махарадж, тоже Сидда Кришна Баларам пришли в форме посту. В форме пастушков, чтобы попросить у него воду. У него тоже же картинка есть. И вот он, Сидда Махатма. И вот Мадхусудан Дас Бабаджи Махарадж, он думал, оба они отвергли меня. Они Сидда Махатма, но отвергли меня, поэтому лучше я утоплюсь в Радхаконде и закончу свою жизнь. Таким образом, что сделать еще? Два Сидда Махатмы, не один, два отвергли меня. И что ж толку жить дальше? Лучше пойду утоплюсь в Радхаконде полночь. Ну, что делать? Смотрите, насколько он решим. Пытайтесь подготовиться к своей жизни, но у нас должен быть энтузиазм. А то какие-то небольшие сложности, люди уже все в растерянности, в разочаровании, ну что это? Вы что, кукла какая-то, что нету никакой решимости. Посмотрите на этот мальчик, насколько он полон решимости. Если Радхарани не помогает ему, вот решил утопиться. Что случилось ночью? Гирирадж, Шила. Гирирадж, Шила, you know, is going to tie with the throat. А вот он уже привязал к шее конец с Гирирадж Гаватхана. И вот и пока не кубы собирался утопиться. Я вот даже уже прыгнул в воду с камнем на шее и вот начал погружаться. Ну, там глубоко достаточно.
И вот уж собирался помирать. И внезапно, в общем, сознание потерял. Ну тут так, кто-то его вытащил, выкинул сразу с Радакунды на берег. Камень отвязались, и вот он пришел в себя, открыл глаза и увидел пальмовый лист в его руках. Кто ему дал? Как я тут оказался, живой еще вроде утопился? Но может это желание раскаяния. И взял этот пальмовый лист. Еще написано, что там было. Намеками причем. И пошел к Сидда Кришнадас Бабаджи Махараджу. Рассказал, что пошел к Джая Кришнадас Бабаджи Махараджу. Он меня отверг. Также я прыгнул в Радакунду с камнем на шее. Вот кто-то мне выкинул с Радакунды. Дал вот лист. Вот этот и ничего не помню. И он сказал Радхаране, видимо, очень довольна тобой. Давай посмотрим, что-то написано. О, что-то написано, какие-то намеки, но лучше иди опять к этому, ко второму Бабаджи Махараджу, Сиддха Бабаджи Махараджу, Джай Кришна Дас Бабаджи Махараджу. Тут рассказал, что случилось, но тут сказал, давай посмотрю, что написано, что-то написано, непонятно, одни намеки. И вот это кратко. Но суть в том, что Радхарани довольна тобой, но что дальше написано, непонятно, вот этот лист с собой сохрани, иди на Радакунду, повторяй Харинам вокруг день и ночь, и Радхарани ответит тебе, несомненно. Я уверен в этом, она довольна тобой. По какой-то причине она не четко сказала то, что хочет, и поэтому иди давай и ходи, Харинам повторяй. Вот он пошел на берег Радакунды, повторил ее имена день и ночь. И однажды Радхарани пришла к нему во сне и сказала: те мантры, которые ты получил от своего гуру, ты сам не должен никому давать посвящение этими мантрами, которые ты получил. Радхарани дала наставление такое, что ту мантру, которую ты получил от Садгуру, ты не должен давать ее кому-то еще. И сейчас, завтра утром, ты можешь пойти на Сурьякунду и жить там. Ты обретешь свое вечное служение там. И иди на эту Сурьякунду. Это будет твое постоянное местное жительство. И Радхарани исчезла. И утром он помнил все это, решил, что отправится на Сурьякунду, то место, где я жил. И вот он начал там совершать баджан на Сурьякунде. И Радхарани опять пришла к нему во сне. Он молился: о, Радхарани, ты не сказала, с какой я парампарой, не показала, что делать, что же делать мне, какой баджан совершать, не беспокойся. На Сурьякунде, а рядом с твоим баджан-кутиром, ты можешь прыгнуть в воды этой Сурьякунды, там, где твой баджан-кутир. И вот там ты можешь прыгнуть вот в воды в Сурьякунды, и можешь там не глубоко, и там найдешь некий камень. Where
где я и моя сестра Ананга Манджари. И вот мы с моей сестрой, когда принимали омовение в Сурьякунде, мы украшения складывали на этот камень, и вот он от преполняющей его любви, он расплавился. И вот там можешь его найти, вытащить этот камень и поклоняйся ему, и ты все обретешь. Радхарани сказала сама так, и действительно. Ну, этот камень 18 килограмм, как минимум, весит. Или 80 даже. Ну, вот он, в общем, вытащил его. Он легкий был. И вот он с легкостью вытащил этот камень, как будто он из пенопласта был. И сейчас можно получить даршан этого камня, и там видно отпечатки украшений Радхарани, и преданные поклоняются этому камню, совершают баджан в том месте. И вот мы можем найти множество учеников, которые получили одежду Бабаджи от него. Как вот Джагнатс Бабаджи Махарадж, он от этого Сидда Мадхусудана Бабаджи Махараджа получил Бабаджи Веш. Но мантры он не давал. Радхарани сказал, что мантры не давать, а про Веш мантру, про эту одежду Бабаджи она не говорила, поэтому он давал. И, ну, помните, Сидда Баба Мадхусудана Бабаджи Махарадж. Он каждый преданный, кому он дал вот этот Бабаджи Веш, они все стали сиддхами. Это чудесно и удивительно. Если мой Гурудев сидда, то по милости Гуру Падпадмы я тоже могу стать совершенным. Пока я не достиг совершенства, но могу, надеюсь, по милости Гуру Махараджа достичь совершенства. Почему нет? Если Харидас Такур, например, он может изменить жизнь проститутки, ее сердце. Эта проститутка, смотрите, она не только стала золотом буквально, а она сама могла менять сердца других, чтобы они становились преданными. Если это такая огромная сила заключена в нашем баджане, почему бы нам не иметь такую великую надежду? Я тоже надеюсь, что благодаря милости Гуру Махараджа в какой-то день достигну совершенства. И вот таким образом Мадхусудана Бабаджи Махарадж дал дикшу, и Бабаджи Махарадж он построил там какой-то домик из глины. Не один, а там несколько построил баджан-кутира для каких-то преданных, чтобы они смогли прийти и совершать баджан. Там они не готовили, ходили в деревню, в браманских домах просить подаяния. Иногда готовил, но редко очень больше просил подаяния в домах брахманов. И вот всю ночь на берегу Сурьякунды я
то есть сидел, повторял святые имена. When people morning time 4:30, 5 o'clock people started used to go enter into bhajan. И вот когда люди приходили, со утра, она уходила в бхаджан куте. И однажды, ночью повторял святые имена, и вот однажды она обнаружила какая-то проказа на его пальце. И вот она увеличилась, эта лепра. И я думал, что же делать. И вот Бабаджи Махарадж, никому не говоря, пошел в лес. Небольшой лес, ну вот как здесь лесок. If you write, look right-hand side, left the forest. That in a forest. He is going there and lying on the ground. Лег на землю. Radhe. И начал молиться Радхаране. И вот так молился весь день. He is feeling shy. Ему было стыдно. Suddenly people discover. И люди обнаружили, что вот. I develop, you know, this kind of, you know, leprosy disease. Что он там болеет проказой. И вот он там находился какое-то время, не ел. Первый, второй, третий день уже прошел практически. Радхарани уже не могла терпеть, она пришла в форме гопи, небольшого гопи, лет 15-16, с чапати, молоком, маслом. И сказала: «О, баба, что ты просишь? Что ты ничего не просишь в наших домах? Вчера ты не пришел, сегодня не пришел, моя мать вот послала чапати, молоко, тебе давай ешь». «Нет, не могу». «Почему? Откуда ты знаешь, что я тут?» «Сказал, что еще что все знаю, давай ешь». «Поэтому не задавая лишних вопросов, вот мать моя чапати тебе дала, давай ешь». «Нет, ешь». «Почему нет? Я принесла». Кто-то заболел проказой, что это не значит, что нужно помирить, совершить самоубийство, это нехорошо. «Давай ешь». Тот сказал: «Не буду, давай ешь, буду смотреть за тобой». Моя мать сказала, чтобы я проконтролировала, что пока... пока все не съест, чтобы я не уходила, поэтому давай, ешь быстрее, я тут подожду. И после этого девочка улыбнулась: «Сегодня ты пришел, сказал, что... Хорошо, сегодня чапати я съем, завтра, чтобы тебя тут не было, и не надо никому говорить, что я тут лежу. Ну хорошо, давай ешь сейчас, и потом не приду». И вот он начал. И вот он съел все чапати, до этого 3 дня не ел, молоко, масло, водой запил. И девочка улыбнулась и ушла. И Мадхусудан Дас Бабаджи Махарадж думал, после того, как он съел эти чапати, вся боль прошла, и вот он открыл там повязку, увидел, что все прошло. Ну как? Я тут умирать собирался, нога была в проказе. Тут обнаружил, что все выздоровело. Он тут сомневаться начал, как так?
только вот чапати выпил, чапати съел, молока выпил, и вся болезнь прошла, наверняка тут мистика какая-то. Пойду-ка я проверю. И вот он пошел искать эту девочку. Он просил Мадхукари. Он знал, кто где живет. А он еще знал, что одесса какого дома эта девочка, может. В общем, все знал в округе. И пошел, сказал, где твоя, к твоему дому, сказал, где твоя дочка. Сказал, там, в доме мужа, какого мужа давно, ну, уже 3 года, как тут не было ее. Но Радхара не приняла форму этой девочки, явилась ему, как твоя дочь уже 3 года, уже ее нету тут. Да, уже более 3 лет уже тут нет. Замуж вышла и не появлялась. Ничего не сказала. Вернулся в свою божью квартиру, начал плакать. О, Радхарани, ты ради меня такое сделала. Что же делать? Она никогда не хотела про ничего просить никого, никому не рассказывала, но как-то все узнали, что он Сидда Мадхусудан Дас Бабаджи Махарадж, кому сама Радхарани пришла и накормила чапати. И вот Мадхавинда Парипад никогда не говорил о своей славе, никогда не стремился к этой славе, и это зовется баджан. Наш Мадхавинда Парипад, он никогда не говорил о своей славе. Но в шастре говорится, в читании Чайтамрите. И вот Сидда Махатма, те, кто возвышенные души, Пратишта автоматически бежит за ними, как Бхакти Прамод Пурида в Госвами Махарадж до 85-90, никто не знал о нем. Только Шрила Бхакти Валлабхтита Госвами Махарадж знал, что он великий преданный. И наш Ришикеш Махарадж, он был настоятелем Мадхва в Калькутте. Мало кто знал, что он Сидда Махатма. Никто не знал его. Он жил в Чайтанья Мадхве в Калькутте и писал статьи для Чайтанья Ванирджи. Так смиренно жил, никто не знал его, но Бхагаван не смог потерпеть этого. То такое пренебрежение к его личности. Не автоматически. Весь мир узнал о нем, все начали приезжать к его лотосным стопам. И вот сейчас по всему миру. Это не мой вызов, это моя просьба. Можно идти в Вайшнава, подлинный Вайшнава. Не знают, кто такой Шрила Бхакти Прамод Пурида в Госвами Махарадж. Даже в аэропорту в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе его фотография висит. Вот Рамдас там повесил, он там хороший этот налогоплательщик, его повесили. Повесил фотографии Шрила Бхакти Прамода Пурида в Госвами Махарадже в аэропортах. Но раньше никто не знал о нем. Сиддхартха Госвами Махарадж никогда не стремился к славе. И вот Шрила Прабхупада решил послать Сиддхартха Госвами Махараджа на запад, но после, потом и Мадхава Госвами Махараджа, потом под давлением, ну, чем-то кто-то ему посоветовал, что лучше вот
Мадхава Госвами Махараджа не отправляет, поскольку слишком молод, слишком красив, но... Насчет Сидар Махараджа тоже передумал, вот и не хотели ехать, но все же Шрила Прабхупад хотел проповедовать Гаудия Даршан. Он хотел занять их баджане. Сидар Махарадж, он вынужден был сказать такие слова. И вот Сидар Махарадж, моя группа от Падма, он сказал такие слова, он признал. То, что моя группа от Падма, Парамхамса, Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами, такого Прабхупад он хотел проповедовать Гауранга Даршан через меня. И поэтому, по его милости, я это делаю. И Шридхардев Госвами Махарадж, вот перед тем, как оставить тело, он сказал это, я достиг успеха в проповеди, потому что моя Гурупад Падма Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, он хотел проповедовать Гауди Даршан, культуру бхакти, учение и милость Шримана Махапрабху через меня. И поэтому это стало возможным. И Шрила Мадхава Госвами Махарадж, также это было желание Шрилы Прабхупады, и поэтому он достиг успеха в том, чтобы совершать какую-то проповедь. Шрила Пури Госвами Махарадж также никак никуда не ездил, может удивиться. Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж даже в Индии никуда не ездил. И люди говорили, что он Баджан Ананди. И вот они говорили, что Махарадж никуда не ездит, хочет совершать баджан. Мы знали из его жизни, что Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж, они, вот, например, ездили в различные места, но вот Шрила Пури Госвами Махарадж только практически никуда не ездил. И сила баджана такова, Гуру Падма говорил мне: «О, мой сын, если у тебя есть сила баджана, тебе не нужно никуда ездить». Гуру Падма не говорил никуда, не надо ездить, он говорил. Но я тоже много где был по Индии. Гуру Падма не говорил, что не надо ездить, он говорил так, что... Он хотел сказать, он говорил: «О, мой сын, если у тебя есть сила баджана, то автоматически все интересующиеся, они придут к тебе, как пчела, как цветы не зовут пчелу, а пчелы сами прилетают к прекрасным цветам». Это, опять же, не значит, что если я поеду в Америку, то не смогу там проповедовать. Я... делаю вот по ситуации. Ношу вот такую хорошую одежду, чтобы говорить Хари Катху, а так обычно хожу в такой простой одежде. И как во Вриндаване, например. То есть мы не должны говорить, что мы не будем говорить Харикатху, поскольку эта Харикатха может принести нам какую-то славу. Нет, наоборот, мы должны говорить и славу, которая приходит нам, мы должны передать ее нашей Гуру Парампаре. И вот та шлоку, которую начал, мы как раз в следующий раз более подробно обсудим. Прабхачанам саньянам бидда санди сукхава I can bacha prabhupada ruski basindhu patitanam bhavanam bhavishnam yonam I can discuss this slope, you can remember me, remind me.